Несмотря на расстояние, встретились со своими болельщиками. Сегодня в пресс-центре издания «Комсомольская правда» Саратов игроки баскетбольной команды «Автодор» вышли на видеосвязь с Саратовом. Специально для встречи со спортсменами в пресс-центр пригласили самых активных болельщиков «Автодора», которые в первую очередь поздравили команду с победой во Франции. Напомню, в начале недели саратовцы обыграли там местную команду «Лиман». Итог встречи 85-81 в пользу «Автодора». Победа над лидером группы гарантировала нашему клубу попадание в плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 27 января в Женеве. Сейчас саратовская команда находится в Нижнем Новгороде, где готовится к предстоящей игре. Тем не менее, даже в другом городе наши спортсмены решили пообщаться со своими болельщиками. Переживаем мы каждую игру очень сильно, все игры смотрим. На самом деле, сегодня встреча понравилась. Вообще, хотелось бы, как можно больше проходило таких встреч с болельщиками. То есть прямая такая коммуникация позволяет, в общем, болельщикам наладить контакт с командой, и команда чувствует поддержку прямую от болельщиков. И я искренне надеюсь, что это придаст дополнительные силы команде в предстоящей игре. Следующий матч «Автодор» проведет в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ уже завтра, 28 января, на выезде с Нижним Новгородом. А ближайший домашний матч состоится 15 февраля. Подопечные Владимира Анциферова сыграют с командой «Химки». Игра пройдет в Ледовом дворце спорта «Кристалл».